В рамках рабочего визита в Грецию председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Черногории Алексом Вечичем. Как сообщили в отделе прессы и связи с общественностью парламента Азербайджана, на встрече обсуждалось дальнейшее развитие двусторонних отношений в различных сферах и была подчеркнута как особая роль визитов высокого уровня в продвижении наших политических связей, так и значение парламентов двух стран в росте связи между Азербайджаном и Черногорией. Сахиба Гафарова и Алекс Бечич отметили особую важность работы, проводимой группами двусторонней дружбы, и выразили общее мнение о необходимости взаимных визитов, а также обмена мнениями и опытом для дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества.